Обещания сбываются. Сегодня арестовали еще одного взяточника за 10 тысяч долларов, сельхозинспекция, который, выполняя критику о том, что розданные земли не эксплуатируются, не осваиваются, пытался на этом с кооператива содрать 10 тысяч долларов. Арестован, сидит в СИЗО. И то, что я сказал на совещании в понедельник, будет дальше продолжено. Кто будет драть с людей деньги себе в карман, тот будет сидеть в тюрьме.